Утром в понедельник недалеко от привоза внепланово заработал фонтан. Это был своеобразный привет от подземных коммуникаций. Вода из канализационной решетки била с такой силой, что люди не могли ни пройти, ни проехать. На месте образовавшегося озера с 10 утра работали специалисты «Инфокс» водоканала. Они сообщили нам, что все дело в прорыве водопровода. Мы приехали на вызов. Сильно течет вода. Приехали. Все, сейчас пошли хлопцы закрывать водичку. Прорвала труба. 450. Большая труба. Специалисты жалуются, работа шла бы быстрее, если бы техники дали возможность проехать. Причиной такого затора стали продавцы, разложившие свои мешки с овощами и фруктами прямо на проезжей части. Техника не может подъехать. Большие машины должны подъехать, откачать. Тут у нас какие-то лотки. Вот они узаконенные, почему-то заброшенные машины вот стоят. Кто это должен убирать? Тем более привоз. Тут постоянно должны приехать машины, отгрузиться и уехать. А теперь вот случилась такая беда. Прорыв. Вот машину, посмотрите, пожалуйста. Не может подъехать. Мы это все вручную толкаем, качаем. Любопытно, что при виде сотрудников водоканала и журналистов торговцы разбежались в укромные места. Как бы там ни было, в первый день недели одесситы, живущие в районе Преображенской, на несколько часов остались без воды.